Об інших здарэннях глядзіце ў сённяшнім выпуску «Дэ-факта» з Русланам Габрылёвым праз некалькі хвілін. Профсоюзные лидеры региона вышли на посадку леса. Акцию примерковали до 115-годзя профсоюзного руху Беларуси и 75-й годовины вызволения нашей краины от нацистских захопников. Саджанцы сосны и бярозы набыли новый дом у лесополосе Добрушского района. С подробязностями Евгения Кухаронок. Акцию под назвой «Профсоюзный лес» инициировали активисты молодежного совета Гомельского областного объединения профсоюзов. Их поддержало керовництво объединения, старшини галиновых организаций, а так само ветераны профсоюзного руху. Разом они вышли на посадку леса каля вёскі Жгунская Буда Добрушского района. Мы хотим внести свой вклад в 75 добрых дел, которые сейчас проходят в преддверии 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И надеемся, что в скором времени мы сможем сюда приходить и собирать вкусные грибы и ягоды. Выдаткованная площадь склала 2 гектары. Древцы высаживали отповедно схемы, распрацованные у лесгасе. 5 родков отводилось под саджанцы сосны, наступные 5 – под березу. По словам специалистов, такое лесное насаджение больше устойливо до шкодников и хвороб. Акция «Профсоюзный лес» отрымалась корыстной как для ее удельников, так и для леса нашего региона. Надеюсь, что вот лес, который будет посажен в рамках этой акции, будет радовать потомков, которые будут сюда приходить, отдыхать, грибы собирать. Дарэчы, про грибы. Их можно будет пошукать тут прикладно про 7 годов. И у пераважности своей это будут масляты. Варто значить, подчас акции отрымалось высадить каля 10 тысяч молодых древцов. Евгения Кухаронок, Валерий Габанько, телерадио, компания «Гомель».